Вот сегодня такой мини-клад удалось поднять. Это современные монеты, ходячка белорусская. Только видно, годик как минимум они пролежали в земле, ну или зиму хотя бы. Соржавили. Три монеты по 2 рубля, три монеты по 50 копеек и 5-копеечная. Доллар у нас стоит 2 рубля 45 копеек. А здесь получается 6-7, 7,5. Ну, здесь примерно 3 бакса. Чуть-чуть не дотягивает. Вот такой сегодня получился небольшой коп. Так что вот так вот.